Приветствуем, с вами Fork News. Темой сегодняшнего выпуска будет безопасность. Пользователи Twitter обнаружили фейковое расширение для Google Chrome Ledger Live, которое похищает кодовые фразы для восстановления паролей. С его помощью злоумышленникам удалось украсть чуть менее 1,5 миллиона монет Ripple. Расширение маскируется под настоящий инструмент от Ledger с таким же названием, предназначенный для пользователей кошельков Ledger. Мошенники просят пользователей синхронизировать с расширением свой кошелек, введя сид-фразу. Впоследствии они используют полученные данные для похищения криптовалют. Стало известно, что только за последний месяц было похищено более 200 тысяч монет Ripple. На данный момент отсутствуют данные по другим активам, поэтому ущерб может быть значительно больше. Стоит отметить, что расширение рекламируют через Google, а для сбора данных оно использует Google Docs. На сегодня это все. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылки в описании. До новых встреч!